Дорогие друзья, популяризации много не бывает. Как показал недавний пример с российской газетой, где опубликовали решение задачи от ресекции угла. Учить нам еще учить и учить всех. Поэтому в школе 2107 с сентября будет действовать лекторий под командованием вашего покорного слуги Алексея Саватеева. Популярный лекторий о науках, куда я буду приглашать как блогеров известных, научных, так и настоящих ученых. С лекциями о том, что такое наука, какие самые интересные ее достижения. Вот, так что имейте это в виду, лектория будет со свободным входом. Это одно из моих новых мест работы, между прочим, поэтому я тут, так сказать, не стыжусь и рекламирую школу 2107. Поступайте в нее, прямо сейчас поступайте, чтобы в сентябрю быть готовенькими. И еще заодно скажу, что если все хорошо сложится, то я еще буду работать в физтех-лицее в Долгопрудном. Так что туда тоже поступайте. Вот. Ну и, собственно, в сентябре увидимся на лектории школы 2107.